наш турнир. Итак, пятый поединок. Весовая категория до 75 грамм. Клуб «Ратибор» представит Андрей Шевляков. Встречаем! Не слышу поддержки! Боец у нас еще не готов. Я пользуюсь промежутком времени, да, хочу представить вам нашего партнера. Это чай Victorian Tea Collection. Холодный чай, замечательный, из экстракта мате, который употребляли в свою пищу индейцы майя. Да, то есть выпиваете бутылку и чувствуете себя настоящим индейцем. Прикасаетесь к природе, дамы и господа. Вот, как у нас там готовность бойца? Нет, еще ждем, ждем. Дамы и господа, хочу вам напомнить, да? Есть? Хорошо. Раз представлю. Клуб «Ратибор» Андрей Шевляков! Встречаем бойца! Итак, клуб «Перун Северная Тушина» представляет Стас Орлеанский! Одерживаем! Не слышу поддержки, поддерживаем! Одеяло плоскуто на ней, город дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом полный. Итак, дамы и господа, в красном углу ринга представитель клуба «Ратибор» Андрей Шевляков! В синем углу ринга представитель клуба «Перун Северная Тушина» Стас Орлеанский! Поддерживаем! Лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через два на ней цветы и трава, через три она снова. Итак, бойцы получили инструктаж, мы готовы начинать. Поддерживаем бойцов еще лучше! Поехали! Боец готов! Бой! Тася, мы с тобой! Работаешь, Тася. Коленочку кусок. Оттолкни, оттолкни его. Не лезь в борьбу, Стас. Стирай ногу. Контроль, не торопись. Закрыл ножку. Закрыл ножку, закрыл гард. Вытащи, вытащи ножку. Скрывай гард, братуха. Скрывай гард, братуха. Вот, хорошо. Все, давай. Пусть силы тратит он. Прижал, работай. Плечи высоко. Снизу, тоже руки так высоко. Правильно, правильно, ножку. Угольник попробуй, гад. Угольник. Блин, нельзя, Андрей. Держим бойцов, не слышу. Вот. Ногами, 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 ногами,
Контроль. Он сейчас встанет, Стас, держи просто, не трасься. Контроль, все, контроль, Стасик, хорошо. Мои руки, ноги, осторожно, его убирай. Друзья, не слышу вашей поддержки. Поддерживаем бойцов. Они выступают сегодня для вас. Поддерживаем. Я прошу вас поблагодарить бойцов за прекрасный поединок. Громче, громче! Итак, мы готовы представить победителя. Им стал представитель клуба «Ратибор» Андрей Шевляков. Напоминаю, что призы нашим победителям предоставлены магазином 5LB. Это круто.